В Саратове сотрудники полиции с поличным задержали подозреваемого в уличном грабеже. Причиной кражи, как пояснили правоохранители, стала безответная любовь. Инцидент произошел во Фрунзенском районе на пересечении улиц Слонова и Степана Разина. Во время прогулки молодой человек несколько раз ударил свою знакомую и сорвал с нее золотую цепочку. На помощь жертве пришли прохожие. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого прямо на месте происшествия. Молодой человек пояснил, что просто пытался добиться взаимности от замужней дамы. Но теперь его ждет не любовь, а тюремный срок. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Еще один инцидент произошел на улице Луговая. Женщина возвращалась домой с 3-летним ребенком. В этот момент к ней подбежал молодой человек, сорвал с шеи цепочку с крестиком стоимостью 23 тысячи рублей и скрылся. В районе первой дачной мужчина, проходящий мимо, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, произвел нападение на женщину и сорвал с нее цепочку с золотым крестиком, после чего скрылся с места совершения преступления. Находившиеся рядом взрослые люди, в том числе мужчины, не оказали никакого содействия по задержанию преступника.